Что это за программа Kids Go Free? Основная цель – стимулировать семейный туризм. То есть я не только могу полететь, еще и отдохнуть могу? Более 300 семей получили услугу по программе Kids Go Free. 2022 год в Казахстане объявлен годом детей. Создаются и реализовывается множество проектов, направленных на благополучие и беззаботное детство наших маленьких граждан. Национальная компания «Казахтуризм» в январе текущего года приступил к реализации проекта Kids Go Free, который позволяет детям от 2 до 17 лет путешествовать по основным турнаправлениям страны и не оплачивать авиаперелеты. Добрый день, меня зовут Евгения. Чем могу быть вам полезна? Мы бы хотели оформить путевку на отдых. Что вы можете нам посоветовать? Подскажите, вы планируете пляжный отдых в Казахстане или это будет за рубежом? В Казахстане. Мы можем рассмотреть пляжный отдых в Актау, в отеле Rixos Waterworld Актау. И на данные даты есть уникальное предложение по акции Kids Go Free. А что за программа? Это уникальное предложение. По данной акции дети летят вместе с родителями бесплатно. Что? Бесплатно? Что? И также в данном отеле детям проживание с родителями бесплатно. Классно. Ну что? Оформляем? Да. Да? Оформляем. Бесплатно. Нам стало интересно, что это за программа Kids Go Free. И за ответами мы пришли в гости к Казахтуризму. Давайте узнаем все вместе с нами. Даниэль, здравствуйте. Расскажите о проекте Kids Go Free. Салем. Kids Go Free – это программа для семейных путешествий. То есть мама, папа, дети, 1, 2, 3, неважно, чтобы вы могли путешествовать вместе. И самое главное – путешествовать с бесплатным перелетом. То есть представьте, что поездку в Актау из столицы вы собрались со своей семьей. Если взрослые платят за свой билет, перелет, да, дети не платят. Понимаете, да? Но действует она только при условии покупки тура, именно когда ты едешь отдыхать. Бесплатные авиабилеты только по Казахстану? Да, абсолютно. Бесплатные перелеты в рамках тура действуют только по Казахстану. То есть мы же хотим, чтобы туризм развивался именно у нас внутри страны, чтобы вы посмотрели, дети, семьи в целом, чтобы посмотрели, какие направления есть в Казахстане. Поэтому эта программа распространяется только на нашу страну. Какую выгоду получат туроператоры? Я бы начал с того, что какую выгоду здесь получает страна. Давайте с этого начнем, да? Мы как государство получаем то, что наши семьи, казахстанские семьи, будут отдыхать внутри страны. То есть не ездить за рубеж. Скажем, да, мы создаем таким образом конкуренцию, чтобы вы оставались в стране и чтобы экономика этих поездок оставалась внутри страны. Это что? Почему это для страны нужно? Туроператор – это бизнес, то есть это новые клиенты. Вы заинтересуетесь этой программой, возьмете своих мам и пап, подойдете в турфирму, будете покупать билет. Для него это новый клиент, почему нет? Это ему очень выгодно. На сколько детей рассчитана программа? Ограничения по детям вообще нет. Представим, вот бабушка, и у нее там 10 внуков, да? Она всех 10 может с собой взять в бесплатную поездку. А если меня бабушка или дедушка сопровождают? Тоже можно. Чтобы не обязательно, чтобы сопровождали именно родители. То есть вас могут сопровождать родственники, близкие родственники. Это бабушка, дедушка, даже брат, если есть, или именно родной брат, сестра совершеннолетняя. Он может тоже сопровождать. Программа уже работает с 1 января этого года. То есть первый год работает, и основная цель – это стимулировать семейный туризм, чтобы семьи казахстанские с детьми, родители и дети, бабушки, дедушки со внуками или братья и сестры, чтобы путешествовали именно внутри страны. Это основная цель. Даниэль, расскажите, как туроператору участвовать в проекте? Участие в проекте добровольное. То есть туроператор, если хочет продавать туры с бесплатным перелетом по Казахстану, по Kids Go Free, ему достаточно заявить об этом в нас компанию «Казахтуризм». И там есть определенный перечень
требований, как он должен продавать эти турпакеты. То есть в турпакете помимо перелета должно быть проживание, какие-то дополнительные экскурсии. И после того, как вы, например, съездите в поездку, он должен определенный перечень подтверждающих документов сдать Казахтуризм. Тогда мы уже перечисляем со своей стороны деньги. То есть разницу вот этих бесплатных билетов именно туроператору. Спасибо, Даниэль. Нам стало понятно. До свидания. С начала реализации программы Kids Go Free более 1000 детей уже отправили свое долгожданное путешествие по Казахстану. И как рассчитывают представители национальной компании «Казахтуризм», до конца года эта цифра увеличится до 2000. По приблизительным расчетам, программа позволяет удешевить отдых до 30%. Пока Ансар играет в видеоигры, я пойду спрошу у директора туроператора. Да. Можно войти? Да, конечно. Здравствуйте, Ирали. Выгодно ли вам работать по программе Kids Go Free? Приветствую, Дарина. Очень выгодно работать нам. Как мы, патриоты и граждане Казахстана, мы должны в первую очередь поддерживать отечественного продукта. Конечно, нам выгодно, и мы с удовольствием работаем и продвигаем программу Kids Go Free. Сколько туристов уже оформили тур-путевки по программе Kids Go Free? Дарина, спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. Мы тебе скажем, что мы первые туроператоры в Казахстане, туроператор «Компас», что откликнулись и начали работать по данной программе. И мы на сегодняшний день являемся лидером по программе тур-путевок Kids Go Free. На сегодняшний день мы гордимся цифрой. Более 300 семей граждан Казахстана получили услугу по программе Kids Go Free. И мы на этом не останавливаемся. Вау! Вы молодцы! Удачи вам! Спасибо огромное. И тебе же того. Желаю удачи. Здравствуйте, Ина. Скажите, у вас можно оформить тур-путевки по программе Kids Go Free? Здравствуй, Ансар. Да, конечно, в нашей компании, в компании «Мирастур», туристы могут оформить путевки по программе Kids Go Free. Скажите, вам выгодно работать по программе Kids Go Free? Безусловно. Эта программа выгодна нам, как турагентствам, реализующим турпродукт. Также она выгодна туристам, потому что значительно экономит семейный бюджет туристам, имеющим детей. Потому что туристы, которые прилетают по программе Kids Go Free в отели, находящиеся на территории Казахстана, часто имеют возможность не только иметь бесплатный перелет, но и бесплатное проживание. То есть я не только могу полететь, еще и отдохнуть могу? Да, безусловно, в таких отелях, как, допустим, Риксос Октау, есть такая возможность. Вау, классно! Инна, спасибо за интервью, желаю вам удачи! Мы запланировали в этом году летний отпуск с семьей. Начали узнавать у туроператора о возможных вариантах. По Казахстану именно интересовало, потому что бюджет был немного ограниченный. У нас полетело две мамы, четверо детей. И здесь мы, получается, по бюджету сэкономили почти на 4 билетах туда и назад. Это очень хорошо уменьшило сумму, то, что мы планировали потратить на отпуск. И наш отпуск all-inclusive, что мы потратили бы в Турции во много раз больше, обошелся почти в 3 раза дешевле, но почти при тех же условиях. Спасибо за такую программу. Хотелось бы, чтобы она процветала, продвигался наш казахстанский туризм, потому что это очень выгодно. Но я надеюсь, что это продлится. И на следующий год мы также полетим уже с большим количеством детей. Мам, так здорово то, что вы не потратили деньги на наши билеты. Лучше на эти деньги купите нам что-нибудь для школы. О, какая ты у меня хитрая. Это круто. Мы теперь чаще можем путешествовать по Казахстану. Это же круто. Да, очень круто. Куда-нибудь еще полетим, да, зимой? Да. Ансар, а мне нравится программа Kids Go Free, когда мама с папой не тратятся на авиабилеты и могут сэкономить. Да, Дарина, это классно. Вот теперь даже не знаю, куда вы просто взлетаете в следующий раз. И вы смотрели программу Саяхат Тайм. С вами были Дарина. Ансар, до новых встреч. Пока. Пока.